Ну что ж, продолжим. Тут я соединил вот этот. Теперь мне надо сделать следующее. Мне надо поставить сюда сферу. Маленькую такую сферочку. Такую, да. Поднять ее сюда. Так. Сверху посмотреть и прилепить ее к этому краю. Здесь будет, может быть, чуть поменьше, хотя так, и то же самое надо сделать здесь. Если это дело теперь еще опустить правильно. Так. То, ну, в принципе. Этот. Так, вот так будет правильно. Вот так все. И теперь можно эти тоже шарики соединить вместе. И вот поставить, сказать, что у нас никаких нет объект, поставить set origin по 3D курсору. Так. Далее, как мы помним, поставить empty пустышку. Где она у нас empty? Вот она. Вот она встала. Ну и теперь можем вот это. Array. Нам это не нужно. Там мы потом расставим. Так, нам не нужно вот так, и так, там штук 6, так, начнем, пожалуй, R по оси X, неправильно. Ставим вот здесь и говорим R. Начинаем их крутить. Ну, не очень хорошо получается, я не знаю почему. А, the set added transform. Так. Вот это вот. Transform объект set origin 3D курсор. А у меня MT не там стоит, где нужно. Здравствуйте. Сейчас мы эту MT удалим. Поставим нового. Поставим нового, думаю, да что ж такое-то, что за ерунда такая, да? Но это хорошо даже, что вы смотрите на мои ошибки и заодно учитесь их исправлять. Объект вот он встал теперь правильно. У этого никаких изменений нет. Значит, тогда мы спокойно можем сказать, что
что тут, видите, у нас сказать раз, два, три, четыре, пять. Так, и попробовать покрутить теперь. Так, вот оно так. Хорошо. Значит, дальше мы можем делать с вами так. 6, 7, 8, 9. 10 уже не пойдет. 10 уже не пойдет. Так, а что делать? Не рассчитали, малюхи. Ну, посмотрим, что можно с этим сделать. Вот так. Все отлично. Все хорошо подошло. Замечательно почти что. Есть небольшие разрывчики. Ну, это не суть важна. Делаем вот так. Хорошо, готово. Так, теперь нам надо вот эти раскидать камни. Для этого мы тоже уберем ее трансформер. Любые трансформеры уберем. Так, эту МТ тоже удалим. Оп. Нет, пока не надо удалять. Мы просто поставим сюда еще одну. Хотя это глупо, конечно. 0,1. Так. Теперь говорим array. Теперь говорим так. И MT01. Вот это. И попытаемся R по C. Вот оно встало сюда. Теперь говорим еще одно, еще одно, еще одно, еще одно, еще одно. И промазали. Тут вот все было нормально. Так. Ну, тут сбой произошел, потому что надо было, наверное, рассчитывать по величине. Скорее всего, надо было рассчитывать. Ну, ничего, вы тоже будете теперь знать. Разделить на какое-то количество сегментов. Допустим, да, и по ним подгонять. Я это прошляпил, и теперь вот это мое упущение. Я не знаю, как я буду с этим справляться. Видите, что творится? Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Ну, в принципе, это ничего страшного, да? Мы можем обойтись без. Оп, не то уволим. Извиняюсь. Вот, допустим, взять этот. Удалить. Вот эти спрятать просто. Вот. Дубль тоже спрятать.
Можно сделать вручную, конечно. Для этого надо делать так. Shift D, R, понеслась. Назад. Ну, лучше, конечно, сбоку это все делать. Вот так. Виднее будет. Короче, Shift D, R, сюда. D, R, и так уж, ну, поэтому, в принципе, ничего страшного. Вам как бы это не на станок отправлять. Для нас это чисто художественная вещь. Где-то не сошлось, спрячем, да и все. Shift-D, R. Так. Shift-D, R. Сюда. Сюда. Shift-D, R. Теперь они здесь все правильно. Так, вот так сделали. Так, 12 минут прошло, да? Ну, я предлагаю на этом закончить, а вот здесь потом сделать еще одну деталь. Вот она. Вот она, эта лодочка. В ней тоже этот алмазик будет. И маленькие шарики, как я вот здесь вижу. То есть она будет вот таким образом отличаться. Хорошо, давайте в следующий раз сделаем. А то большие видео, они утомляют. Так, выключаем.